Диого Алвес, португальский серийный убийца. Период с 1836 по 1840 убил около 70 человек. Все преступления он совершил в районе акведука Агуаш-Ливреш, получив таким образом прозвище убийцы из акведука. Приговорен к смертной казни и повешен. Голова была отделена от тела и помещена в колбу, чтобы сохранить ее для научных целей, и в настоящее время является туристической достопримечательностью. Алвес стал предпоследним повешенным преступником в Португалии. Его действия в то время заинтриговали ученых из медико-хирургической школы Лиссабона. После его повешения, попытки изучить его мозг, голова Алвеса была отрезана и изучена. По сей день голова хранится в анатомическом театре медицинского факультета Лиссабонского университета в стеклянном сосуде в растворе формальдегида.